Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Ну и я жду ваши реакции, ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. Как только будет понятно, что есть обратная связь, мы начнем наш обзор. Если же какие-то проблемы с трансляцией, пожалуйста, напишите, что что-то не так со звуком или с изображением. Ну, если все хорошо, как я уже сказал, поставьте плюсик. Это будет означать, что трансляция идет нормально. Делаю небольшую паузу, знаю, что есть небольшая задержка в вашем отклике. Как только вы отреагируете, начнем наш обзор. Так, вижу, что все хорошо. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. То, что у нас сегодня выходило, и то, что нас с вами еще ожидает. Ну, подавляющее большинство новостей сегодня уже вышло. Вышли самые значимые новости. Можно начать, конечно, с того, что было вчера. Вчера было выступление Джанет Йеллен. Наверное, уже вы все комментарии этого события слышали. Может быть, и не имеет смысла об этом говорить. Единственное, что интересно, то, пожалуй, рынки восприняли выступление Джанет Йеллен таким образом, что многим стало понятно не только в апреле, но еще и под большим вопросом, а будет ли ФРС поднимать еще и в июне ставки. То есть уже даже июньское заседание ставится под большим сомнением сейчас. То, что ФРС будет поднимать процентные ставки. Ну и реакцию рынка вы видели вчера. Американский доллар сдал все свои позиции по отношению ко всей корзине мировых валют. Все валюты укреплялись. Сегодня динамика достаточно разнонаправленная. Рынки немножко отдыхают после вчерашнего ралли. Но давайте пойдем по порядочку. Значит, сегодня рано утром вышли данные по Японии, данные по промышленному производству. Данные оказались не очень хорошими. Новостной ленте Prime по этому поводу пишут, что промпроизводство в Японии в феврале резко упало, как показали данные Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Приостановка производства на заводах компании Toyota в Японии отчасти способствовала сокращению производства в стране. То есть это нужно знать, что вот они прекратили производство автомобилей. Это действительно очень резко сказалось на тех показателях. Поэтому вот показатель, который мы сегодня с вами видим, минус 6,2%, это не совсем объективная картиночка. Это не говорит о том, что в целом в производстве все так уж плохо. Но, тем не менее, нужно сказать, что 6,2% показатель было. Снижение. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали снижения на 6%. Данные говорят о том, что производство сдерживало экономический рост в первом квартале, пополнив список признаков слабости экономики в начале 2016 года после сокращения реального ВВП на 1,1% годовых в четвертом квартале 2015 года. Значит, наблюдатели за рынком достаточно внимательно следят за промпроизводством, нужно сказать, так как этот показатель, он является достаточно таким ярким показателем, ну, это немножко тавтология, извиняюсь, получилось, да, того, насколько чувствует себя национальная экономика, поскольку Япония очень промышленно развитая страна, то промпроизводство, конечно же, это ключевой момент. Вот, ну и по результатом опроса, проведенный министерством, промышленное производство, как прогнозируется, в марте вырастет на 3,9%, а в апреле вообще на 5,3%. То есть в будущем ожидается рост, причем рост достаточно серьезный. Вот, как только данные вот Toyota выпадут из расчета, то положение дел сразу, картиночка у нас с вами совершенно другая будет, да, сразу будет достаточно серьезные восстановления и рост промпроизводства. В 9 часов сегодня были данные по Швейцарии, индикатор потребления UBS, февральские данные и опережающие индикаторы КОФ, мартовские.
данные оказались хорошие. Швейцарская валюта сегодня укреплялась на этих данных. В Прайме пишут, что в первом квартале 2016 года экономика Швейцарии сохранила скромные темпы роста, что говорит о некоторой устойчивости к негативным последствиям от усиления швейцарского франка. Об этом свидетельствуют данные, которые вышли сегодня. Это данные КОВ и UBS. В марте индикатор КОВ снизился до 102,5 с показателя 102,6 в феврале. При этом, оставшись выше долгосрочного среднего уровня, февральский показатель был пересмотрен с повышением по сравнению с предварительной оценкой. Позитивные сигналы в основном поступили со стороны частного потребления, в то время как индикаторы для производственного и экспортного секторов были негативными, сказано в ежемесячном заявлении института. Ну и, как я уже сказал, тем не менее данные были позитивные. Реакция хорошая рынка, франк укрепился на этих данных. В 12.00 у нас с вами вышли данные по еврозоне. Уровень доверия потребителей, индикатор настроений в секторе услуг, настроение в экономике, деловой климат и индекс делового оптимизма в промышленности. Эти были данные по еврозоне. Данные оказались не очень хорошими. Европейская валюта сегодня на азиатской сессии достаточно вяло себя вела. Это было после вчерашнего ралли. Ну а потом торговалась достаточно разнонаправленно. Какие-то данные были восприняты достаточно оптимистично. На какие-то негативные рынок отреагировал. И можно сказать, что большее влияние оказали данные по Германии, которые вышли в 15 часов. Это гармонизированный индекс потребительских цен. Годовые и месячные данные, потребительские цены, уже не гармонизированные, тоже по году, по месяцу оказались очень хорошими. Это оказало поддержку европейской валюте, позитивно достаточно воспринялись рынком эти данные. В Прайме тоже достаточно хорошо об этом пишут, что темпы роста потребительских цен в Германии в марте ускорились, однако они по-прежнему сильно не дотягивали до среднесрочного целевого уровня Европейского центрального банка. Об этом вот говорят те данные, которые мы с вами сегодня получили. Гармонизированный индекс потребительских цен в марте по сравнению с февралем вырос на 0,8%, а по сравнению с мартом 2015 года повысился на 0,1%, сообщили статистическом бюро. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что индекс вырастет на 0,7 по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года останется неизменным. В 15.15 вышли данные по Соединенным Штатам. Количество новых рабочих мест в частном секторе 200 тысяч. Данные оказались лучше прогнозного значения. Ожидали 194, получили 200. Пересмотрели предыдущее значение до 205 тысяч. Несомненно, данные позитивные. Косвенно этот показатель может говорить о том, что в пятницу у нас выйдет достаточно хороший показатель рынка труда Соединенных Штатов. Там будет целая обойма, но мы об этом с вами поговорим в пятницу. Сегодня же нужно сказать, что данные хорошие, и это оказало поддержку американской валюте. Она немножечко на этих данных, пусть незначительно, но тем не менее укреплялась. Выступление представителя Федеральной резервной системы Чарльза Эванса, оно намечено на 18.00, но вот я вижу уже в новостной ленте Prime уже идут его слова. В частности, Эванс говорит, что глобальные риски возросли с мартовского заседания ФРС. Эванс хочет возвращения процентных ставок ФРС до нормального уровня. Говорит, что не следует повышать ставки быстро. Планка для повышения ставок в апреле достаточно высока. Важно соблюдать осторожность в отношении повышения ставок. Он беспокоится относительно ситуации в экономике Китая. Как-то серьезно на рынке это сейчас не влияет. Не могу сказать, чтобы рынки активно на это реагировали. Во всяком случае, никак нельзя сравнить ту реакцию, которая была вчера, на слова президента Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Вот вчера рынки, конечно, отреагировали очень бурно. Ну, из того, что сегодня, пожалуй, было интересно, вот в новостной ленте Prime есть небольшая заметочка относительно австралийского доллара. Здесь, в частности, говорится, что рост австралийской валюты может подтолкнуть Резервный банк Австралии к снижению процентных ставок, но есть мнение, что этот момент еще не настал. Об этом сказали экономисты Citigroup, в частности, Пол Бреннан.
Далее он говорит, что, конечно, существует риск того, что австралийский доллар продолжит рост против слабеющего доллара США, в особенности, если Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки без изменений более продолжительный период. Но сможет ли снижение процентной ставки 1-2 раза значительно изменить ситуацию на фоне более слабого доллара США и более высоких цен на сырье, сырьевые товары, это еще большой вопрос. Задается, об этом говорит Бреннан. Другие центральные банки, понизившие ставки, не увидели значительного положительного эффекта в контексте снижения курсов национальных валют, и Резервному банку Австралии также следует оценить последствия подобного решения для финансовой стабильности, считает господин Бреннан. На следующем заседании Резервный банк Австралии, скорее всего, не предпримет каких-либо действий, однако уже в мае в распоряжении Центрального банка будут обновленные прогнозы по росту экономики и инфляции, что сделает заседание более интересным, добавил Бреннан. Существует такое мнение, что австралийский доллар будет достаточно активно укрепляться, но после этого будет достаточно серьезное падение, причем падение примерно вот те уровни, которые мы с вами озвучивали, там 0,67, 0,65, вот такие вот цифры озвучиваются. Это уже в очень многих источниках об этом тоже говорят. Но, тем не менее, картиночка остается таковой, факты таковы, что сейчас, на текущий момент, австралийский доллар у нас с вами укрепляется. Какие у вас будут вопросы? Что не ясно, что непонятно? Если у вас есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, и я постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, поставьте плюсик, мы пойдем с вами дальше и посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Я жду, пока вы отреагируете. Итак, если есть вопросы, сначала коротенькое слово «есть». Если же вопросов нет, ставим плюсик. Ну, а пока давайте посмотрим нефтяные котировки, поскольку это нам интересно только с практической, чисто с теоретической точки зрения. У нас не торгуется нефть, только фьючерсные контракты, да, поэтому я считаю, что это больше как индикатив имеет смысл рассматривать. Ну и вот смотрим нефть марки WTI, дневной график. У нас все еще остается восходящий тренд, скользящие средние, их расположение говорит о том, что тренд восходящий, но сейчас идет достаточно серьезный откат, цены снижаются от тех максимумов, на которых они побывали, идет фаза отката, пассивная достаточно фаза. При этом торгуется сейчас нефть чуть ниже своего средненедельного значения, но выше среднемесячного. Вот практически вчера цены почти коснулись вот этой линии баланса, ну и сегодня небольшая восходящая динамика нефти марки WTI. Если посмотреть на нефть марки Brent, то картиночка очень похожа. Единственное, вчера цены в моменте чуть ниже опускались своего среднемесячного значения. Сегодня тоже положительная динамика, цены чуть-чуть растут, но в целом тренд пока что остается восходящим, но здесь тоже у нас идет фаза отката, цены корректируются, движутся вниз после того, как побывали на максимумах. Вижу, в чате нет вопросов, вижу только ваши плюсики. Это означает, что все ясно, все понятно, поэтому давайте пойдем с вами дальше. Посмотрим на индекс американского доллара. Вот так мощно он вчера отреагировал на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Очень мощное движение, на часовом таймфрейме хорошо видно, вот как только было сделано ее заявление, сразу полетел вниз американский доллар, все валюты начали по отношению к нему укрепляться, дальше это продолжилось. В азиатскую сессию рынки сегодня это дело пытались переварить, спокойненько достаточно шла торговля, вот он как бы отражает динамику очень многих валют, буквально только несколько у нас отличаются, практически все графики тоже выглядят подобным образом, то есть на Азии у нас практически никакого движения, и с началом европейской сессии тоже пошли подвижки, и вот в частности тоже продолжил снижение
фьючерс на индекс американского доллара, сейчас он торгуется практически на такой вот достаточно красивой цифре 95 ровно. Это индекс американского доллара. Теперь смотрим шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляет, и начинаем с пары евро-доллар. Так, смотрим, что у нас здесь. Тренд, восходящий в фазе импульса, и то же самое подтверждает индикатор OSMA. По трендовой торговой системе сегодня день покупок. Мы должны покупать, смотрим внутреннюю структуру. Была мощная волна прилива, сейчас у нас намечается волна отлива, после чего должна сформироваться новая приливная волна, и можно будет говорить о том, что наступил момент входа, если будет сигнал осциллятора в покупку. Но имейте, пожалуйста, в виду, если в процессе волны отлива у нас будет движение и цены опустятся ниже вот этого минимума, то, как мне кажется, нам нужно будет забыть о покупках на какое-то время, поскольку критерий тренда будет уже нарушен. Ну и сейчас мы с вами наблюдаем то, что вот цены находятся на уровне второго касания, двойного касания, вот этого, которое было здесь. То есть цены уже сюда поднимались. И вот сейчас они практически находятся на том же уровне. Уровень, повторюсь, двойного касания. Вот. Но, тем не менее, если продолжить мысль относительно того, что сегодня день покупок, и так ждем, когда закончится волна отлива и начнется новая проливная волна. Должен быть сигнал осциллятора в покупку. На закрытой, сформированной 4-часовой свечке, если этот сигнал возникнет, вы поймете, что да, вот он, момент входа наступил, после чего нужно будет открыть часовой таймфрейм. И обязательное условие здесь – это консолидация. Если все-все-все условия выполнятся после того, как будет сигнал, будет еще и консолидация, значит, вы поставите отложенный приказ «buy stop», определите точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом, ну и в качестве цели пока что берем с вами уровень 1.1465 в качестве цели, ну а чуть выше в качестве бонуса можно рассматривать движение к верхней границе ценового канала. На текущий момент это значение чуть выше 1.1525. Но повторюсь, вот эта цель бонусная, которая на верхней границе ценового канала, давайте сначала поговорим об отметке 1.1465. Это у нас по трендовой торговой системе. По диапазонной торговой системе сегодня цены находятся в верхней трети, но у нас нет сигнала осциллятора в продажу. Наверное, очень сильно забегая вперед, но тем не менее хочу все-таки озвучить свою мысль, что в том случае, если у нас цены не преодолеют границ нашего с вами боковика, а оттолкнуться таки, у нас тут есть еще одна опорная вершинка, да, до которой у нас будут вполне возможно двигаться цены вверх. Так вот, если цены оттолкнутся, то вполне возможно, что мы с вами продолжим торговать боковик, который длится у нас уже на протяжении очень-очень большого времени, уже больше года евро находится в рамках вот этого боковика. Поэтому пока что цены этого боковика не покинули. Однозначно говорить о том, что у нас сформировался мощный восходящий тренд, я бы пока что, наверное, воздержался. Итак, жду вашей реакции. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, пожалуйста, отреагируйте по паре евро-доллар. Если есть вопросы, сначала коротенькое слово «есть», пожалуйста, напишите, чтобы я сделал паузу и подождал, пока вы свой вопрос напечатаете. Я постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюсик. Ну а пока потихонечку давайте посмотрим, что у нас по британцу. Британский фунт, тренд восходящий в фазе импульса, скользящая средняя пересекла быстрая, медленную снизу вверх, гистограмма растет, находясь выше нулевой отметки на закрытых свечках, значит сегодня у нас 100% день покупок, бычья доминанта и нет никаких диверов, объем сделки стандартный. То же самое, кстати, по евро-доллару, там тоже нет диверов, там все достаточно стандартно, объем тоже стандартный по евро-доллару. Теперь смотрим внутреннюю структуру. У нас была приливная достаточно мощная волна. Теперь ждем отлива, когда он закончится и начнется формирование новой приливной волны. Это значит, что нам тоже нужен 100% сигнал осциллятора в покупку на
4-часовой, сформированный на закрытой свечке. Если сигнал будет закреплен, то есть уже закрыт, на закрытой свечке он уже точно будет, значит, наступил момент входа, но это не значит, что сразу нужно будет начинать покупать. Нужно будет открыть часовой таймфрейм, и обязательное условие — консолидация на часовом таймфрейме, извините, пожалуйста. И только в том случае, если все условия выполнятся, вы поставите отложенный приказ «buy stop», определите точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели у нас с вами верхняя граница ценового канала. На текущий момент это значение 1.4615. 1.4615. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по британской валюте. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть вопросы, сначала слово «есть». Я постараюсь на ваши вопросы ответить. Если вопросов нет, ставим плюсик. Ну, а я пока перехожу дальше, смотрю, что у нас по австралийской валюте. Здесь картиночка немножко иная. Тренд восходящий в фазе импульса, а здесь тренд нисходящий. По австралийской валюте у нас индикаторы противоречат друг другу. Этот говорит «быки», этот говорит «медведи». Ну и поскольку прямое противоречие индикаторов, значит, мы делаем вывод, что сегодня состояние неопределенности, и по австралийской валюте в рынок лучше не входить. Лучше от сделок воздержаться и побыть какое-то время вне рынка, пока у нас не сформируется ярко выраженная доминанта в активной фазе, в фазе импульса, либо бычья, либо медвежья. Итак, по австралийской валюте пока что находимся вне рынка. Здесь ситуация достаточно однозначная, поэтому я даже не спрашиваю, все ли ясно, все ли понятно. Мы сразу переходим с вами дальше. По британцу я вижу, что вопросов нет. Закончили с триадой обратных котировок, теперь смотрим триаду прямых и начинаем с пары доллара японская иена. Что у нас здесь с вами? Вчера японская иена укреплялась по отношению к доллару США, сегодня немножечко отыгрывает в обратную сторону. Боковичок у нас все еще сохраняется. Иена так и не покинула пределов того боковика, который мы с вами здесь отрисовали. Уже завтра заканчивается финансовый год. Банк Японии никаких действий абсолютно не предпринимает. Влияние Федеральной резервной системы не так уж сильно сказалось на стоимости японской валюты. Она не укрепилась очень сильно, во всяком случае не так, как сделали другие валютные пары. Здесь движение было значительно скромнее. Вот. Ну а формализованно сегодня по торговой системе здесь тренд нисходящий, здесь восходящий. Трендовые индикаторы впрямую друг другу противоречат. Значит, по японской валюте мы пока что находимся вне рынка и сделок не совершаем. Идем дальше. Смотрим швейцарский франк. Что у нас по швейцарцу? Тренд нисходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор OSMA. Диверов никаких нет, направление сделки нам известно, это продажи, объем стандартный. Теперь смотрим внутреннюю структуру. Была волна прилива, теперь ждем, когда волна отлива, которая уже начала формироваться, закончится, и начнет формироваться новая приливная волна. Нам нужен сигнал осциллятора в продажу. На 4-часовом таймфрейме на закрытой свечке должен быть сформированный сигнал. Повторюсь, сигнал в продажу. После того, как будет сигнал, на часовом таймфрейме обязательно условие консолидации. Ну вот, то, что было сегодня, с утра это как раз очень идеальные условия для открытия позиций. Итак, после того, как будет сигнал, и если еще будет консолидация, значит, вы поставите отложенный приказ sell-stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Теперь давайте посмотрим, что нам говорят цели. Итак, у нас есть ценовой канал, он уже отрисован, нам ничего не нужно добавлять. Смотрим. Граница ценового канала расположена на уровне, записываем 0.9590. 0.9590, и вот здесь очень и очень важный момент. Не забудьте, пожалуйста, что у вас обязательно должны выполняться правила управления капиталом. В частности, ваши потенциальные прибыли должны как минимум в 3 раза превышать ваши потенциальные убытки. То есть take profit
который должен стоять, повторюсь, на отметке 0.9590, это ваш тейк-профит. Так вот, от приказа на открытие сделки, как минимум, если он в три раза больше, чем расстояние до стоп-лосса, значит, сделка совершается. Если условие это не выполняется, если у вас не будет этого соотношения 3 к 1, то есть прибыль не превышает ваши убытки в три раза, повторюсь, от сделки лучше отказаться. Это был швейцарский франк. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, а мы пока с вами посмотрим канадскую валюту. Что у нас по канадцу? Тренд нисходящий в фазе импульса, тренд восходящий. Индикаторы противоречат. Здесь медведи, здесь быки. Они взаимно друг друга поглощают. Значит, по канадцу сегодня ни о какой торговле не может быть и речи. Находимся вне рынка. Смотрим золото. Что у нас по золоту? Вчера был рост, сегодня цены отыгрывают в противоположном направлении. Фильтры смотрят вверх. Это означает, что даем мы с вами предпочтение сделкам только на продажу, на покупку, извините, ни о каких продажах не может быть и речи. То есть только покупаем. Смотрим внутреннюю структуру. Цены идут вниз, но индикатор пока что находится у нас практически на своем, в своем совершенно нейтральном состоянии, на 50%. А самый оптимальный вариант для открытия сделок на покупку — это когда осциллятор находится в зоне перепроданности. И ну, совсем уже хорошо, если при этом он еще упирается в какие-то уровни. Либо психологический уровень, вот ниже тут мы с вами говорили, $1200 за тройскую унцию. Ну и чуть ниже есть уровень Фибоначчи 38,2. То есть вот нахождение на одном из этих уровней, при том, что индикатор будет в зоне перепроданности, это будет самый-самый оптимальный вариант для открытия сделок на покупку. Пока что ситуация далека от оптимальной, поэтому лучше пока что ждать. И по золоту, по этой консервативной торговой системе не открываться. Мы закончили наш обзор. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, коротенькое слово есть, затем вопрос, я постараюсь на вопрос ответить. Если же вопросов нет, то мы с вами завершим наш обзор. Так жду, когда вы отреагируете. Вопросов нет. Ну что ж, это не может не радовать. Давайте будем прощаться. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны, осторожны, берегите себя. Удачи всем.